Жительница японской деревни Нагора уже более 10 лет создает кукол в натуральную величину. А в этом поселении с каждым годом убывает число жителей. Сейчас их осталось всего 35. Вместо них на остановке ждут автобусы куклы, а в школе, которую закрыли 3 года назад, учатся самодельные чучела. У жительницы поселка однажды не зашли посевы, и она поставила перед домом пару огородных пугал, а затем решила населить ими пустеющую деревню. За 13 лет рукодельница создала более 350 кукол.